Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Да, ребята, именно вот эта экспериментальная команда у меня вырулила в прошлой серии, которую, к сожалению, вы не увидите никогда, потому что, ну, накрылось там, ребят, все медным тазом, звука не было, выкладывать, соответственно, я не стал. Ну, да ничего страшного, у нас впереди новые будут приключения, поэтому, смотрите, у нас что-то в армии случилось, не понял. Открыть. Ну, откроем. Не, это кто? Собери больше... Санта? Редкий подданный герой? Слушайте, он мне напоминает чем-то Бишопа, по большому счету. А, ну да, ребят, смотрите, это... Эльф. Это у нас переделанный, я так понимаю, крестьянин. Похож? Похож. Это у нас действительно... Вот, да, вот он Бишоп, вот он разблокированный. Так, а здесь у нас кто? Древо. Башня рощи. Круто. Так, смотрите, у нас еще что-то тут появилось. Так, ну-ка давай глянем. Ого. Пряничный дом. Нифига себе. Так, и что же еще? Больше... Все, что ли? Больше ничего нету, да, ребят? Да, больше ничего нету. Но, тем не менее, все равно приятно, когда мы получаем какие-то новые плюшки. Так, давай заберем, наверное, по квестам. Ага, забрали, кстати, 165 гемов, ребята. И еще будем с вами копить, знаете, на какой? Наверное, вот на этот вот сундук. Потому что вы сказали, что редкий не особо хорош. На эпический нам копить до хрена придется. А вот, пожалуй, нефритовой империи мы с вами вполне сможем накопить в ближайшее время. Так, давайте посмотрим ревард на арене. Что мы с вами зарабатываем? 21 карточку голема. И какой еще нам бонус тут дадут? Ну, не надо подлагивать только, игра, пожалуйста. Почему ты все время... 14 карточек короля, 13 карточек башни и 17 карточек щитоносца. Плюс 15 тысяч, почти 16 тысяч голды. Слушайте, ну это хорошо. Ребят, вы не против будете, да, если я быстренько пробегусь вот по этой Локи? Точнее, не по Локи даже, а Виталика быстренько... смогу победить, ну, чтобы на первое место мы с вами запрыгнули, и я уже спокойно приступал к основной сюжеточке. Так. Да-да, вы не ошиблись, я выбрал именно эту свою компашку. В принципе, должны здесь разрулить. Ой. Зомбик, давай быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то здесь не так пошло, ребята, у нас. Бумс. Разнесло все к ядре нефени. Да-да-да-да. Ронин, ё-моё, что ты здесь делаешь, паршивец ты недоделанный, а? Вот, смотрите, вызываем нашего тыквоголового. Да все тут хана, ребят, тут даже не надо ничего делать. Сейчас разобьем просто базу и все. Ну, давай, давай, добиваем. Вот и все. Делов, как говорится, на копейку. Да, первое место, отлично. Все. Так, смотрим дальше. У нас, ребята, есть и ежедневное испытание, в котором нам почему-то дают опять, а нет, награды здесь будут молотобоец. Ну что ж, давай тогда поехали. Собрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да вы что, вы издеваетесь, что ли? Щитоносец 5 звезд. Зомби 4 звезды. Банши 5 звезд. И спам, 4 звезды. Ну и кого же вы мне дадите? И как я тут, извините меня, должен вот этой командой? Нет, я, конечно, разочек попробую, но это бесполезняк. Это, ребят, будет бесполезняк. Вот этими ребятами я должен тут разорвать вот этих. Ну ладно. Одну попыточку, я думаю, можно будет потратить, да? Убедиться лишний раз, что нереально здесь выиграть. Причем вот если он сейчас будет вызывать зомби, наш крестьянин будет умирать, и соответственно будет появляться зомбик. И он нас просто этими зомбарями завалит. Да чтоб тебе, да ну ты посмотри, что происходит, ребят. Какое тут? И о чем тут вообще может быть речь? Эй. Не знаю. Ну, давай вот так вот попробуем. Конечно, конечно же, он
То же самое делает. Ну, не-не. Офигеть, ребята, у него охрененное преимущество. Щитоносец при этом еще раскачанный полностью. Не, давайте ускоряться, проигрывать. Тут нереально его выиграть. Даже стараться не буду, если честно. Ой, а жаль. Мне бы, конечно, молотильщики пригодились бы. Ладно, идем с вами на сюжетную линию. Поехали. Кстати, давайте-ка мы, наверное, с вами ведьмочку-то... А вот так вот прокачаем капельку. В бой. Давайте смотреть. Да, ребят, вот я прошел в прошлой серии Нефритовую долину и перешел на нежить. Участок нежити. Так, зомби и... Ну, в принципе, тут ничего страшного нет, ребят. Абсолютно ничего страшного нет. Выбираем вот эту команду и идем в наступление. Поехали. Так, он тут будет меня, естественно, сейчас спамить. Вот он, пошел первый спам. Ну давай, 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 зомби. Успел? По-моему, я успел, ребята. Он не нанес повреждения, но сейчас вот этот взорвется, это будет плохо. Задел базу, не задел, не могу понять. По-моему, не задел. Ну это хорошо, что не задел. Так, опять выходит этот зомбик. Ну, здесь все изи, ребят. Здесь никаких проблем не будет. Все, мы уже подошли к базе. Базу будем тут, естественно, сейчас разбивать. Вот так вот это все делается. Ну-ну-ну-ну. Поднапряглись, ребятушки, поднапряглись. Да. Все, разорвали. В пух и прах. Первая каточка за нами. Поехали дальше. Так, вторая. Что у нас тут? Ага, здесь у нас будет когтистый. Костяной хранитель, да? Ладно. Пускай будет костяной хранитель. Опять же, будем делать защиту против зомбарей, потому что он в первую очередь именно их выпускает. Поехали. Ну-ну-ну, идет, идет. Чувачок идет. И сразу же, наверное, да, ниндзю будем вызывать. Ой, когтистый вышел. Это плохо. Это плохо, что когтистый. Мне он не особо нравится. О, а вот карточку от него я, пожалуй, заберу. Все, уже пинаем базу, ребят. Пинаем базу. Я вот так еще сделаю. Вызову летучую мышь. Слушайте, здесь, по-моему, тоже победа за нами. Да. Все довольно легко и хорошо. Да давай, давай. Ай. Ну, в принципе, несмотря на то, что у нас голем упал, мои ниндзя расстреляли базу, и мы, как видите, выиграли. Двигаемся с вами дальше. Здесь добавляется... Ага, здесь банши появляется у нас. Ничего менять абсолютно не буду, ребята. Пойдем этой колодой дальше. Хотя надо было, мне кажется, эту колодочку-то нам приберечь. Угу. Мы могли бы здесь спокойно рулить, наверное, даже там, где у нас ведьма. Ну да, почему бы и нет. В принципе... Там неплохие карты. Да убивайте вы этого ниндзю, хотел сказать. Не ниндзю, вы поняли, да? Так, банши. Ее надо, естественно, сразу же ликвидировать. Ну, опс. Голем, голем, давай быстрее, поднажми. Нет, этому не бывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, нормуль. Все. Мы подошли к базе. Соответственно, сейчас мои стрелки... расстреливать будут всех. Карточку будем поднимать. Прыгун, давай, давай, давай. Есть. Ну, согласитесь, сейчас пока все легко как-то. Я бы сказал, даже я на расслабоне. Просто-напросто. Никакого напряжения у меня нет. Даже мускул ни один не дрогнет. А здесь, ой. А здесь прибавляется уже прыгун. Так, погоди-ка, прыгун. Это нам нафиг не нужно, если честно. Прыгун, черт бы его попрал. Че делать? Не знаю, давай попробуем, наверное. Слушай, прыгун, он хоть и не дешевый, но, как всегда, он не вовремя появляется, согласитесь. Со своим прыжком этим. Ладно, я, наверное, сейчас посмотрим, кого он. Че-то никого не вызывает, ребят. Странно как-то. Ага, вот, прыгун вышел. Вышел прыгун, как мы видим. Сейчас, секунду. Прыжок делает. И мы вот так вот вызываем.
Все, у нас сработало здесь идеально. Не получилось, короче, фокус у прыгуна. Когтистый. А мы его вот так. Да-да-да. Так, вот прыгун, опять вышел прыгун, ребят. А, тут у меня голем его встречает. Хорошо, тут все нормуль у нас прокатило. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, что это? Манна, манна нам нужна. Слушай, ну когти... Блин. Хотел сказать, когтистый ватник у нас. Ну, в принципе, ты и ватник, действительно. Эй-э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 й
Да как же так-то, а? Все, я ускоряюсь. Я ускоряюсь. Блин, я офигею. Ну как же так можно было лопухнуться-то? Да. Да иди ты отсюда уже. Нервируешь меня на самом деле. Сейчас всех распинаем. Ну, переигрывать однозначно, ребята, этот уровень мне придется. Я не согласен с таким вариантом прохождения, что у нас повреждение базе было нанесено. Все, переигрываем нафиг. Этот прыг... Блин, у нас очень мало энергии, ребята. Буквально одна энергия осталась всего лишь. А как же мы будем с вами уровень с боссом бомбить? Кто мне скажет? Ну давай, вызывай своего прыгуна. Я же знаю, что он у тебя пойдет сейчас. Вот, вышел прыгун. Так, я на изготовку, ребята, остановлюсь. Ну, вот так. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо ускорение тут свое делать. Ну, ниндзя, блин! Твою, да что ты будешь делать-то, а? Это что, специально что ли сделать? Это... Ребят, это мне напоминает прошлую серию, блин. Когда это там не прыгун, там хищнец был. Он то же самое вытворял. В самый, блин, неподходящий, блин, момент все это делал. Ё-моё, офигеть. Офигеть, просто-напросто сплавились мы, блин. Ай, не могу, бесит. Ладно, придется переигрывать, а что делать? Придется пере... Ну куда ты, вот куда ты идешь, а? Почему у меня такой офигенный долгий откат по всем, блин, а? Что это за колода у меня такая? Совсем, блин, не это, не легкая, не изейшая, а дорогущая, блин. Что там за бойня-то, я не могу понять. Давайте ускоряться в конце-то концов. Все равно придется опять переигрывать, ребят. Ну, так дело не пойдет. Что за ересь? Как этот вонючий прыгун может меня вот так вот обдурить? Ну, а что если... Ну, давай этой попробуем колоду, ребят. Конечно, как-то не особо она хороша, если честно. Вы сами понимаете, почему. Ну, у нас выбора особого нету. Так, давай, где там твой прыгун? Выходи. Я жду. Вот он. Вот он прыгун, ребята. Ждем прыжка, вызываем воина. Так. Кто там идет? Ага, зомби. Нам придется вызвать вот такую вот некро. Ну, некро, ты будешь что-нибудь делать-то? Вот так вот, молодец. Вызываем далее. Вот, ага, там уже, ребят, прыгун. Там уже, блин, прыгун навострил свои лыжи. Ну, бомбиты. Хотя бы так, хотя бы так, ребят. Да что ж ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Некро, давай, вызывай. Там прыгун, прыгун, блин, прыгун уже. Там уже, ребят, прыгун на изготовке. Да, Не, ребят, ну это звездец, полнейший просто-напросто звездец какой-то. Я не знаю, что тут вообще, как тут быть. Этот прыгун, он достал уже, на самом деле. Просто достал. Да. Как же быть? Так, ну тут ускоряться опять же придется. Блин, я офигею, если вот так вот дальше все это... Дальше пойдет, то мы с вами вообще будем один уровень по 3-4 часа проходить. Ну куда ты разогнался, а? Вот, беги там к себе, блин. Я офигею, мы не можем пробить. Ты представляешь?
Мы не можем, блин, пробить. Да. Хренотень какая-то получается, ребят. Просто хренотень. Это я на ускорении играю, представляешь? Mm-mm. Нет. Нет, это не вариант. Это ерунда полнейшая, если честно. Фигня вообще на постном масле. Так, давай попробуем. Ну, не, ну этих-то, понятно, вообще не буду брать. Вот этой колодой попробовать, что ли. Поехали. Как говорится, если не можешь пройти теми колодами, бери, как говорится, самую ненадежную. Тогда у тебя все точно получится. Посмотрим, как оно сейчас все получится здесь. Так, может быть, щитонос. Ага, вот он вызывает. Я, естественно, паладина сейчас буду, ребят, вызывать. Вот так вот. И щитоносец пойдет у меня. Так, теперь нам нужно, ребята, баллиста. Конечно же, нам нужен баллиста. Так, бомбим. Нафиг ты здесь нам не нужен. Ага, вот и прыгун, 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 прыгун. Тихо, нам нужно прикрывать. Да как ты, что ты? Ну, естественно, баллиста сам по себе ватник. Никакой защиты нет, абсолютно, ребят. Все его, блин, бомбят. Вон, опять прыгун идет. Опять идет, блин, прыгун. Давайте, наказывайте этого прыгуна, чтоб его здесь духу не было. Ага. Так, ну что, вроде бы выравниваемся. Вот, что я могу вам сказать. Главное, чтобы прыгун не вы... Блин, да как же... Так, бомбим прыгуна. Есть, попался. Ну все, здесь уже нормуль пошло, ребят. Можно ускоряться, победа за нами. Я вам как пить дать говорю. Победа здесь за нами. Ух. Ну что же, двигаемся дальше. Последний уровень с боссом. Какой босс тут? Блин, жнец. Тут жнец, ребята. Ну ладно. Жнец так жнец. Чем мы будем сейчас менять? Чело на мыло. Я думаю, должны все-таки наказать. Прописать. Тут у нас тут прыгун, да, опять же. Надо будет ждать его. Оу, как-то ты так... Ой, черт подери, ребят, что-то он тут совсем-совсем не то делает, что я думал будет не так. Хорошо, ладно, давай. Блин, спамит. Он спамит, ребят. Твою маковку. Да ладно. А ну-ка идите прочь. Прочь, я сказал. Вон, 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 ребят. Появился, не запылился. Прыгунок. Скакунок. А нам, естественно, нужно зарабатывать на нашего короля. И я стараюсь. Ребят, все, 500 маны я заработал. Теперь будем... Блин, он, естественно, опережает меня. Ну как же без этого? Естественно, будет опережать. Давай бомбить. Королик, королик, выходи. Ты мне нужен. Ну! Ты, король, ты будешь что-нибудь вообще делать или нет сегодня, блин? Да, ребята, это... Это что за дебилизм? Вот чё вот это за дебилизм? Вы мне скажите, пожалуйста, а? Да ну нафиг. Да. Я офигею, блин. Ну давай, давай, хорошо. Хорошо, раз ты настаиваешь. Хрен с тобой. Пришлось, ребята, мне потратить 10 демов. Но это вообще-то... Это жесть просто. Какая-то несусветная была, если честно. Вот что я могу вам сказать, блин. С точной уверенностью. Отдай деньги, блин. Компенсация. Ну, чё, вы не можете, блин, этого придурка что-то зажарить тут? Бомбить его по 3 часа. Ну, где база? Где кто? Где этот никчемный у него босс-то? Жнец. Что-то не вызывает. Тихорится где-то.
Ну все, ребят, здесь победили мы. Да, возможно, не так честно. Но извините меня, у него тоже уровень большой, поэтому можно позволить себе разочек. Фух. Так, ну что ж, забираем сундук. И что у нас тут? Ну, прыгун только меня устраивает. Ну и база. Все. Двигаемся дальше. Завод роботов, ребят. Так, молотильщик, щитоносец. Ну, давайте вот этих вот возьмем. Тут у нас все равно нету маны. Поехали. Единственное, что, конечно, он сейчас будет вызывать молотильщика. Блин, у нас тут расстояние, причем маленькое. Кто же у меня тут может противостоять? Зомби только? И то, по-моему, да, не получится. Нет, получится. А дальше-то как? Да, понятно, короче. Не годится, ребята, эта колода здесь. Просто не годится. Ладно, сейчас быстренько пробежимся. Быстренько-то, наверное, не получится, да? Или получится? Не получается, что-то не шиша. Так, ну бомби. Что за фигня такая? Я не понял. Так, ну давай, некр, пробуем. Только ты, наверное, здесь можешь нам помочь. Так, притягиваем. Жарим. Да ты посмотри, ты совсем, что ли, припух. Молотильщик, а? Все, разбомбили, короче, мазу. Ну, опять же, ребят, вариант хреновенький здесь вышел. Нанесли повреждения моей базе, поэтому будем сейчас что-то переделать с вами. Так, энергии нету. Неужели вот этими играть? Ну, как-то я не знаю, ребят, ну... Молотильщик, он же такой, довольно крепкий. Он критует довольно ужасно. А у меня тут, смотрите, какие дорогущие картишки. Ну, щитоносец есть, да, я не спорю. Ладно, давай посмотрим. Давай проверим, как он... Оу-оу-оу-оу! Так, ладно, здесь наказали, предположим. Теперь, конечно же, нам лучше вызвать баллисту. Баллиста! Ну! Ну, баллиста! Давай, отлично, нормуль, пока терпим. Да иди ты отсюда, пришел, скакун, на белом коне. Все, паладина вызвал, теперь уже я на расслабоне. Паладина не так легко прожарить. Да я... Ну, вы поняли, да? Молотильщик сдох и, соответственно, выпустил свою циркуляру. Как всегда, все вовремя у него. Давай еще одного вызовем баллисту. Я надеюсь, он сейчас при смерти не выпустит свою пилу. Нет, не выпускает, нормуль. Тихо, тихо, не надо выпускать. Так, ускоримся, малька, давай. Так, ай! Карточку отдай. Так, ману, все это забираем, ребят. Да чтоб тебя, ну что у него такой офигенный шанс срабатывания? Заморозочка. Самурай пошел, пошел, пошел. Все пошли. Ураганчики, все это нам на руку. Ну, добивочный, добивочный требую. Есть. Слушай, это только лишь первый уровень, что ли, был? Да, ребята, был первый уровень. Твою маковку, а. Слушай, подожди, а почему они у меня 61 уровня? Они должны быть 62-го. Они что, не прокачаны у меня еще? Думаю, что-то как-то мы здесь жидковато играем. А ну-ка, дай-ка я заценю. Я, наверное, не успел. Да, ребят, я их не успел по уровню-то поднять. Вот все дело в чем. Так. Робот, робот, робот. Давай тебя тоже. Базу. А на короля, к сожалению, не хватило. Так что уничтожьте 225 врагов. Ага, понятно. Постараемся. Банши забираем карточку. Так, ну тут... Тут ладно, тут ничего нам не надо. Слушайте, ну смотрите, мы немножко с вами уже опыта набили. Довольно хорошо. Поехали тогда. Короче, у нас здесь второй уровень. И, блин, паук этот бот
Бот-паук. Ладно, поехали. Думаю, должны справиться, в принципе. Но сейчас этот, блин, притягивает, оттягивает. Начнет тут резину, как говорится, свою разнюхивать. Так, ну, что, кто? Пока никто, да? Ладно. В принципе, наверное, Палыч пойдет у меня. Да, Палыч пойдет. Да ёпарасоте, чтоб тебя. Так, давай, давай, Палыч, прожигай. Я прикрою вас всеми доступными моими войсками. Сейчас бот-паук еще выйдет, ребят. Слушай, а здесь же нет этого, да? Ну, так это ж хорошо. Сейчас он тут получит. Блин, ты посмотри, а как он, интересно, может. Офигеть, на таком расстоянии он берет моего баллисту. Притягивает и оттягивает. Ну, я ему сейчас устрою, блин, карнавальную ночку, а. Так, Палыч, давай выходи, потому что что-то тут, по-моему, нас будут прожимать сейчас. Оу, смотри, как они с Палычем обходятся. Притянули, оттянули. О, во. Блин, баллиста, ты что-то как-то тут жидко-жидко ты играешь. Давай, пробиваем. Уничтожили просто в хлам, ребят. Что-то я не могу понять, что тут происходит. Что за ерунда? Баллиста, давай. Да ёпрасте, вот именно вот сейчас надо было, когда я только вызвал баллисту. Так, ну нафиг. Давай. Опс, ну пробили. Ты что вы там сопли-то жуете? Я не, вот никак не могу этого понять. Этот бот-паук, он меня достал уже, вот честно вам говорю. Он меня уже достал здесь. Хоп-хоп, паладиныча берет, главное, притянул, оттянул. Нормально, так и должно быть, ёпрасте, а. Баллиста, давай, жги там нафиг по полной программе. Я не знаю, делай что хочешь, как хочешь, чтобы все они тут валялись. Ну, молодцы. Справились каким-то чудом, блин. Слушай, блин, вот этот паук, он, честно говоря, бесява на самом деле. Смотри, притянул, оттянул. То есть мои бойцы вообще ничего не могут сделать. Так получается, да? Видишь, притягивает, оттягивает. Как с игрушкой, ё-моё. Баловник, блин, хренов. Опс, видели? Баллиста дох. Сдох у нас, блин. Что за фигня? По времени, ребят, я уже по времени проиграл этот уровень. Я только сейчас заметил, что все, мы не уложились. Пси. Офигенушки. Просто. И причем выхватывает-то, смотри. Оп, знает кого, да? Баллисту именно нужно, блин. Говнюк, блин. Ну что ты будешь делать? Я не понимаю, как мы вот так вот проигрываем-то здесь? Баллиста, ты же был у меня самый такой дальнобойный юнит. Почему тебя вытягивают, высасывают? Я не знаю, как это назвать. Как тебя могут вообще сюда притянуть, если ты находишься за 3-9 земель, блин? Я не знаю, ребят. Пробили, наконец-то. Да, пробили, ага. Опять сейчас будет этот балалайщик. Вон, начинается. Притяни, оттяни. Офигеть. Ой, и как ты баллисту достаешь? Я не понимаю, ребят, этого. Как на таком расстоянии он его достает? Ну-ка нафиг ускорение. Король, давай, выходи. Покажи им нафиг. Сейчас не удивлюсь, если этот паук выйдет и начнет короля притягивать и оттягивать. Это нормально будет. Офигенно просто, блин. Да, мы разбомбили базу, конечно, ничего не говорю, но сколько у нас на это времени ушло? 5 минут? Слушай, а как тогда его бомбить? Слушай, может быть, вот этой попробовать каточкой? Давай рискнем. Давай рискнем, а чего его и нет? Так. Пускай он этих притягивает, скелетиков. Да? Тихо, подожди. Угу. Так, давай мы, наверное, вот так начали делаем. И желательно бы, ребята, здесь нам некро призвать. Со своими вот этими скелетиками. Пускай притягивает скелетиков. Хоть запритягивается. Вон он появился. Давай. Упс. Ага, хорошо.
Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего, блин. Некро, давай. Две некро будет самое то. Сейчас будут рвать любого здесь. Ну еле ползут, блин, еле ползут. Да куда ты, ёпарсата, блин? Да некро свои ручонки. Да как он может? Я не понимаю этого, ребят. Почему некро, почему ты скелетиков, черепульки вот эти вот не притягиваешь, а? Гад ты этакий. Ты мне объясни вот этот, почему ты не притягиваешь, блин, черепки? Да ёпарсата, ты посмотри. Притяни вон этого к себе. Чего не притягиваешь-то? Офигенно. Офигенно, ребята, просто. Что я вам могу по этому поводу еще сказать? Специально сейчас было, да, сделано? Специально, конечно же. Ну, притягивай, 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 дай. Упс. А толку-то от этого? Причем он офигенно крепкий, этот говнюк-то. Он не какой-то там ватный. Он довольно крепкий паренек. Ну. Да ёпарс это, да ты достал уже просто в корень, блин. Ты просто в корень меня уже достал, блин. Ты понял, нет, блин. Притягивает, оттягивает. Да все, мы тут проиграли. Чё тут говорить вообще, не знаем. Чмошник, блин. Я не знаю, как с этим... Так, давай, погнали. Сейчас я ему, блин, устрою тут карнавальную ночь. Давай, 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 бомби, молодец, молодец. Отлично, все хорошо, давай. Я не дам ему спуску. Пошел он в жопу. Так. Давай, тыквоголовый. Жарь там по ним, по всем. Это, ну как? Ну как вот это может быть? Ну как вот это может быть? Я не понимаю просто-напросто. Ну какого... Я не знаю, что бы он сделал. Руки побрывал бы. Ну, взорвись ты нафиг там. Ну вот, хоть что-то, блин, нормально сделал. Хоть что-то путни. Да я просто, ну почему я только вызываю, блин, монстра, он начинает сразу циркуляру свою выпускать, блин, а? Ну это, ребят, я не знаю, это... Как вообще вот это вот можно назвать? Где тут нахрен справедливость, а? Где? Где тут справедливость? Где тут честность, блин? Мало того, что враги, блин, на 10 уровней, блин, выше меня. Так они еще такую вот хрень вытворяют здесь, блин. Пипец, блин, просто. Че, специально что? Вот сейчас, смотри, сейчас подок... Кто бы сомневался? Естественно, естественно, давай, вот притягивай, ну... Я буду притягивать, оттягивать, как всегда, блин. Ну, конечно же, ребят. Кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Я не сомневаюсь в этом. Да, вот. Все вот так и должно было быть. Отлично. Великолепно просто. Угу. Как мне вот с этим хмырем, блин, драться? Как вот с этим вот пауком вонючим? Нет, я, в принципе, могу предположить, что здесь очень хорошо бы зашел бы... Как его звать-то? Прыгун, блин. Наверное. Ну ты посмотри, сейчас сдохнет молотильщик, да? Выпустит свою пилу. Да, в коем-то веке он не выпустил ее. В коем-то веке. Обычно выпускает. Не? Не выпускаешь? 12 секунд, спасибо вам большое. За 7 секунд, ага. Называется, пройди уровень за 7 секунд. Молодцы. Четко, четко работает все. Четенько, ё-моё. Слов, блин, нет просто у меня. Делают мне тут одолжение такое, да? Молодцы, ничего не скажешь. Да ускоряйся ты уже, ё-моё. Офигенно. Офигенно. Чем дальше в лес, тем, как говорится, больше дров, блин. Не-не-не, ребят, это не вариант. Вообще, просто не вариант. Вот эта команда еще, может быть, зарулит. Прыгун есть, летучая мышь есть. Все, ну, у нее, извините, энергии нету. Офигенчик мы поиграли, да? Сегодня, блин. Зомби, ты вот в данный момент тут вообще не в тему. Дайте-ка я его нафиг уберу. Я уберу отсюда нафиг зомби и поставлю, знаете, кого? И поставлю сюда этого.
Как назвать-то? Всадника на журавле. Все, зомби, ты меня достал. Ты здесь вообще не в тему. У тебя толку здесь ноль. Всадника на журавле. Я надеюсь, что он его не сможет притянуть, оттянуть там или еще что-нибудь сделать. Так, давай посмотрим, что еще мы можем тут взять. Что мы можем взять? Да ничего мы не можем тут взять, блин. Мне нужен здесь крепкий такой состав, чтобы этот придурок мог притягивать, оттягивать хоть до посинения. Но солдатики мои должны стоять. Ты понимаешь, к чему я говорю? К чему я клоню? Может быть взять зомби? 325 манны он стоит. Или вот этого. Давай попробуем бородавочника, фиг с ним. Попробуем бородавочника с вами использовать. И всадника на журавле. Отлично, все, ребят, должно пройти. Но если это не прокатит, то я уже умываю просто-напросто руки. Я какую взял колоду? А, не, все, нормально, ребят. Фу, я шуганулся, думал, попутал. Нет, все хорошо. Так, ну что? Я даже не знаю, кого тут брать. Всадника, может быть, на журавле? Ну, давай попробуем. Да куда ты? Вот куда ты летишь? Куда ты летишь, сломя голову-то? Дурила, блин, деревянная! Фух, повезло вроде бы. Фух, вроде бы повезло. Так, отлично. Вот, паукус этот не может ничего сделать абсолютно. Пускай хоть запритягивается, заутягивается, я не знаю. Я еще одного вызову, ребята, всадничка, как же. Вот. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Так дело не пойдет. Так, ну что, копим на ведьму, ребята, и я вызываю ведьму. Ну его нафиг. Будем сейчас просто их рвать здесь. Сейчас вы увидите, что такое ведьма. Надеюсь, увидите. Вот она, вышла, красавица наша, ненаглядная. Ух, ну что, давай призывай зомбарей, родная моя. Они не понадобятся, мы и так прошли. Мы и так прошли. Все-таки нашел я ключик к этому уровню, блин. Ёпрос, это Джаггер. Тут, ребята, Джаггер. Фиг с ним. Джаггер, не Джаггер, а валить будем любого, кто встанет на нашем пути. Достали уже в корень. Столько нервов вымотали мне. Так, ну что ты, что ты? Куда ты? Куда ты прешь? Блин, сейчас Джаггер выйдет еще вскоре. Да ты как ты? Ну? Я не знаю, ребят, как расфигачат сейчас нас тут по полной программе. Да блин! Иди ты отсюда, ты достал уже, а? Пильщик. Пильщик, хирильщик. Вот, как раз вот. Вот как раз вот Джаггернаута нам здесь и не хватало. Вот его как раз здесь и не хватало мне. Сейчас колбасить будет по чернаку, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мне бы некро бы вызвать, ребята. Некро мне здесь нужна. Давай, некрушка. Давай своих этих маленьких скелетиков. Вызывай, пускай они им тут устроят карнавальную ночку. Ага. Еще одного мага-воина вызываем. Так, что-то у нас тут, по-моему, получается вроде как, да? Вроде бы да. Давай, бежи. Опс, вот так вот, вот Джаггернаута, правильно. Нечего ему здесь делать, к стенке, как говорится. Сейчас упадет, да, циркуляр выпустит. Нет, смотри-ка, как ни странно, все хорошо. Все отлично, прошли даже. Фу, это что-то какая-то благодать на нас упала, ё-моё. Ни с того, вдруг ни с сего. Так, ну что, блин, хилбот, конечно же, как же. А, у нас, ребята, энергии нету. Хилбот. Ой, смотри-ка, а здесь откатилось, да? Ребят, здесь немножко энергии появилось, ну-ка давай попробуем. Один кусочек энергии потратим, я хочу посмотреть, справимся или нет. Вот этой командой. Команда-то вроде бы такая серьезная. Фух, была не была. Так, ну это понятно. Ты вызываешь щитонос, это все предсказуемо, как говорится.
Вот хилбот, блин, это уже плохо. Надо нам что делать? Ну, естественно, нам нужно вызывать, ребята, прыгуна. Куда ты прям вплотную к нему подошел? Ой! Ой-ой-ой! Так, давай, давай, давай! Что за ерунда, блин, происходит? Так, они там как раз все в кучку стали, да? Нет? Ага, вот так, поехали. Накрыл вроде бы всех их там медным тазом. Летучка. Слушай, я думаю, что он летучих мышей не может притягивать, по-моему, ребят. По-моему, не может. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, нет. Давай, 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 давай. Пробираем, пробираем. Что пробираем-то? Что пробираем-то? Кого пробираем? Для чего? Не понимаю вообще, о чем мы говорим. Хилботы вижу, что хиляют не по-детски. Вот что я вижу. Нате всех в кучу. Давай, давай, мышки. Жжем, 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 жжем. Блин, не успеваем мы, ребят, по-моему, они отхиливаются. Вот, нечего тут, как говорится, хилботом делать. Давай еще мышь одну летучую вызовем. Отлично! Три летучие мыши рвут пока. Вон, 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 запуливают, заплевывают. Давай, 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 прожимаем, прожимаем. Фаербол готов, поехали, бумс! Супер ускорение, просто давим их, как лопов. Ух, да. Это вам не хухры-мухры, ребятушки. Да, вот так вот. Жесть какая-то. Просто бойня, ребят, натуральная бойня. Кончились те пушистые, мягкие уровни, где на изи проходишь, блин. Изи-катка, блин. Тут нифига уже не изи. Тут хир-изи, вот что я вам скажу. Да, ребята, мы сделали это с вами. Ух. Очень-очень сложно, очень нервно. Я не знаю, ребят, энергии больше нет, к сожалению. Остается только одно. На этом распрощаться и уже, как говорится, встретиться в следующем уровне, ну, в следующем уровне, в следующей серии и продолжить проходить эту игру, ребят. Это просто жесть какая-то. Если вам понравилось, то вы знаете прекрасно, что надо делать. Ну, а с вами был Рэй. Всем большое спасибо за просмотр и до новых, ребята, видосиков.